Губернатор Приморского края Олег Кожемяка выступил за продление программы стимуляции туризма до 2024 года. Проект был запланирован с марта по конец июня, однако вызвал небывалый спрос населения. Программой воспользовались 350 тысяч россиян, спрос на путевки по России в марте вырос в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. По словам губернатора, программа стала лучшим из предложенных способов для поддержки туристической отрасли. Детали на сайте.